Библия говорит, что Иисус Христос есть любящий Бог, который сотворил каждого из нас. И Он ждет, пока мы придем к Нему. Библия говорит о том, что Христос говорил: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Я дам покой душам вашим». Только во Христе может успокоиться истинная душа. Без Христа человек не живет вне покоя. Хотя некоторые люди живут якобы в покое, но этот покой мнительный. Есть только покой душе человека, это только во Христе. Только в Господе Иисусе Христе есть спасение. Он есть Бог, который пришел искать и спасти. Придите к Господу. Ибо Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Я дам покой душам вашим». Ибо Христос умер и воскрес, Он есть живой.